Всем огромный привет. Мы с вами начинаем новый влог. Сегодня у нас знаменательнейшие события. Мы были сегодня, где это уже первый раз, находимся, собственно, сейчас в кинотеатре. Мы ходили на мультик «Маша и медведь. 12 месяцев». Да, мы сейчас заказали мороженое. Вдруг уже свое почти доедает. Да, сынок? Кофе, чай. В общем, вот. Тебе понравился мультик? Расскажи, поделись своими впечатлениями. Понравился? Да? Кто тебе больше всего, какой персонаж понравился? Маша и медведь. Маша и медведь больше всего понравились? Да? Понятно. А свинка тебе понравилась? Розочка? Да? А кролик, который морковку воровал бесконечно? Понравился? Да? Так что вот знаменательное событие. Первый раз наш ребенок сегодня побывал в кино. Вот. А нам приятного аппетита. Мы будем кушать и будем ждать нашего папку с работы. Он нас должен приехать и забрать. Так что вот оставайтесь со мной. Всем желаю приятного просмотра. Следующим кадром ставлю вам кадры с собственным кинотеатром. Что я там немного поснимала. На этого супер серьезного человека. Он сидел 45 минут, не улыбаясь, серьезный, никогда просто сидел, как взрослый, смотрел, просто внимал всю информацию, которую ему дает с экрана. Поэтому вот весьма интересно было за ним наблюдать. А? Да? Друзья, с этим новым цветом волос мне прям так хочется ярче краситься. И хочется губы почему-то красить мне ярко. Прям хочется какую-нибудь красную такую помаду, знаете. Такая, в общем, нравится мне этот цвет. И, кстати, я не могу уловить на камере фиолетовый перелив. Но он реально есть фиолетового оттенка. Вот при другом освещении прям сильно видно. Здесь на лампе не видно. Здесь вообще он как будто бы черный у меня волосы. Но он не черный, он прям с фиолетовым подтоном. На губах у меня моя новая находка. Мне очень понравился карандаш от бренда Шу в 423 оттенке. Я знаю, что 425 оттенок, он такой сильно расхайпанный, потому что, типа, ну, вот он там чуть-чуть с розоватым подтоном. Но вот этот вот, посмотрите, как он красиво смотрится на губах. Мне он так понравился, прям вообще. 423 оттенок Шу. Он гелевый, легко наносится и прям достаточно плотный. Пигмент у него прям сильно яркий. Так что вот, запоминайте, записывайте и скриньте. Шу 423. Очень крутой карандаш, мне понравился. Ну что, друзья, мы решили поехать сегодня увеселительные мероприятия себе устроить некоторые. У нас в Томске есть кукольный театр, называется 2Q. Он существует уже очень-очень давно. Раньше он находился в одном месте, сейчас он переехал в другое место, и мне самой было всегда очень интересно там побывать. И я зашла на их сайт, посмотрела, какие есть программы для ребятишек. И вот
есть программа какая-то там «Зимняя сказка», «Театр теней», «Театр кукол 2Q». Вот, так как сегодня воскресенье, последнее воскресенье перед Новым годом. Ты проходишь, что? Ага. Вот, и, значит, подарки-то надо покупать, а у нас ничего еще не готово. Соответственно, мне нужно попасть в магазин. И все это нужно сделать за один день. Было принято решение, что Стас и Андрюха пойдут в театр. Я попрошу Стаса очень сильно, Стас, при свидетелях, я тебя прошу поснимать нам немножко, чтобы мы посмотрели, что там будет в итоге. Вот. И, значит, а я пока тем временем пойду по магазинам. Мне нужно купить подарки, в общем, свекрови, маме. Вот, посмотреть что-то Стасу, пока его нету, он вышел. И вообще, если честно, я совсем... У меня вообще нету идей, что подарить мужу. Вообще нету идей. Он какой-то, я не знаю, супер вредный у меня. Почему-то все, что я не придумываю, все, что я ему не предлагаю, он все такое, типа... Ну, короче, в общем, у нас сломалась клавиатура и мышка. Вот я думаю, надо найти какую-то прикольную клавиатуру и мышку беспроводную. Вот, короче, надо поискать что-то. Но вот в тот торговый центр, куда я сейчас поеду, там нету никаких электронных магазинов, ну, с электроникой. Поэтому даже не знаю, как быть. Либо, может быть, заказать где-то через, ну, с доставкой, чтобы привезли нам домой. Либо как-то, в общем, короче, не знаю. У нас на улице минус 8, в принципе тепло, но ветер жуткий, прям жуткий ветер, идет снег, моя машина стоит обездвиженная уже, наверное, месяц, я не знаю, недели 3 она точно стоит уже, я на ней не езжу, потому что были морозы 30-градусные, аккумулятор сказал до свидания, вот, мы ее пробовали прикурить, она не прикуривается, мы пробовали... Значит, что мы еще? Стас пробовал открутить аккумулятор, чтобы занести его домой, зарядить. Там тоже проблема в какой-то там крышке, что ее сложно, в общем, снять. Вот, поэтому, короче, она стоит. Думаем, что делать. Стас говорит, если ничего не получится, то, может быть, как-то вызывать там обогрев авто, либо, ну, в общем, как-то там куда-то там ее. Ну, в общем, короче, это его проблема. Я думаю, что он с этим разберется. Андрюш, ты настроен в театр-то идти? Нет? Настроен кукольный театр. Я тебе просто супер классно одела варежки. Большой палец там где-то совсем в другом месте. В общем, короче, вот. Недели до Нового года. Настроения праздничного большого нету. Сильно, честно вам скажу. Как-то все, я понимаю, что вот там надо работать сейчас эту неделю. Потом мы вчера со Стасом составили план меню, что мы будем делать на Новый год, готовить. Новый год, скорее всего, мы будем отмечать дома втроем. Вот, потому что что-то как-то у меня настроение большое на это отмечать его. Вот, так что вот такие вот дела. Оставайтесь со мной, обязательно вам поснимаю, быть может, в торговом центре что-нибудь интересненькое. А также покажу вам свои покупки, которые будут, надеюсь, еще и правда не знаю. Вот. Ну и Стаса тоже, надеюсь, что он там поснимает, и какие-то кадры из театра тоже вам вставлю. Поэтому оставайтесь со мной. Высадил меня Стас, иду до торгового центра, вот он уже совсем тут рядышком. Иду и понимаю, значит, такую вещь, что как мало времени я провожу наедине с самой собой. А ведь это так важно, быть иногда наедине с самой собой. Так хорошо остаться своими мыслями, побыть где-то там вне дома, вне вот этих вот рутинных бытовых хлопот и выйти из зоны комфорта. Вот я сейчас иду и снимаю, мне немножко не по себе, потому что мне кажется, на меня все смотрят. Но я этому учусь. Ветер прям в лицо. Надеюсь, что моя тушь выдержит. Так что вот, пойду, погуляю по магазинам, пошоплюсь и вам обязательно чего-нибудь еще поснимаю. Так все красиво здесь украшено. Музычка такая атмосферненькая. У тебя снежная баба со Снегурочкой подружилась, да? Подруха. Врач, а фотограф? Фотограф, да?
Прикольно здесь, да, Андрюш? Смотри, Андрюш. Вот что это? Куклы в виде Деда Мороза, да? Классно, да? Вот я и дома. Я к вам пришла, включилась, чтобы показать толстовку, которую я себе купила. Я так давно хотела именно вот такую вот толстовку, чтобы она была прям такой оверсайз. Посмотрите, она прям такая широкая, большая. С даже вот длинные рукава. Мне это так нравится, если честно. И я планирую эту толстовку носить. У меня есть такие, знаете, меховые лосины, которые такие как атласные немножечко. В общем, с этими лосинами и со своими, с этими грубыми зимними ботинками, берцами. Мне кажется, будет очень прикольно. Так что вот номер один показываю, что купила. Такую вот толстовку. Прям очень прикольная, мне нравится. Широкая, с капюшоном, и спина, и попа прикрыта. И, в общем, короче, я довольна. И цвет очень приятный. Прям такой. Мне кажется, что он мне хорошо подходит. Сейчас будет номер два. И номер два – это вот такая вот юбка, которую я также себе купила. В общем, мне она понравилась. Это как бы не вообще не типичная такая покупка именно для меня, юбки. Такое именно для меня. Потому что все мои юбки, они всегда, до середины колена, а то и ниже колена. Но здесь почему-то мне так она понравилась, так мне захотелось именно такую юбку. Я не знаю почему, прямо она мне понравилась. Ее можно надеть как с любой рубашкой. Также у меня есть черный такой лонгслив. Мне кажется, с черным лонгсливом будет хорошо смотреться. Можно даже водолазку какую-то любую одеть. Будет, мне кажется, смотреться прям прикольно. Так что я очень довольна. Мне прям даже не терпится уже куда-нибудь пойти. Я прям, знаете, прям представляю, что я такая вот, то есть образ в голове у меня уже складывается вот с этой вот юбкой. Мне прям очень нравится. Вот такая вот юбочка. Достаточно она теплая. То есть у нее такой материал, как шарф такой. Вот раньше, мне кажется, в Советском Союзе был у каждого вот такого вот материала шарф. Но теперь такие юбки мы носим. Так что вот мне нравится. Также, как я и говорила, я купила вот такую вот клавиатуру и мышку. Так, мужу подарок. Не только мужу, мне, конечно. Мне нравится тем, что здесь эта клавиатура, она... у нее кнопки плоские. То есть по принципу такой клавиатуры, как на ноутбуке, знаете, такие плоские. Потому что наша вот эта клавиатура, у нее, видите, какие высокие кнопки. А здесь они плоские. И мне прям нравится. Для меня также принципиально важно было, чтобы был вот этот блок с цифрами, потому что некоторые есть урезанные клавиатуры. В общем, короче, мне нравится. И мышка. Идет на батарейках. Откроем. Доставим. Вот такая вот, то есть просто самая обычная мышка. Черная. Все очень лаконично. Будем работать с такой клавиатурой, с такой мышкой. И еще покажу, что я купила вот такой вот черный чай. Байховый, ароматизированный с лесным ягодным. Лесные ягоды, в общем, со вкусом. Если вы когда-нибудь в магазинах увидите вот этот чай, берите, не раздумывая. Мы его покупали раньше. Вот он очень вкусный, зеленый есть чай с лимоном и мятой. Просто это вот отвал башки. Такой вкусный чай. Этот же черный с лесными ягодами. Мы его покупали раньше исключительно в Ленте, он продавался. Но вот сейчас я увидела в магазине «Фамилия». И прям взяла... Сейчас прям просто вот буду обедать и пить чай этот, наслаждаться. И купила вот такой вот мед суфле с манго. Я люблю мед суфле. Знаю, что некоторые не очень его любят, но я люблю. Я люблю манго, я люблю мед, а это мед суфле с манго. В общем, все сошлось. Поэтому вот. Я его покупала все в магазине «Фамилия». Цена 289 рублей. И юбку с толстовкой я тоже покупала в магазине «Фамилия». И еще, друзья, хотела вам показать, что я купила на подарок маме на Новый год. Такую вот ультразвуковую зубную щетку. Не знаю, у нее никогда не было электрической зубной щетки. Я тоже никогда не пользовалась, честно вам скажу, электрическими зубными щетками. Ну вот, надеюсь, что ей подарок понравится. Надеюсь, что она мой ролик не увидит до Нового года и не узнает.
Напишите в комментариях, кто пользовался именно ультразвуковыми зубными щетками. Здесь, вот, как я вижу, нету вращающегося механизма вот этой вот самой щетинок, да? Вот, поэтому будет пользоваться, расскажет мне, как оно в применении. А потом уже, может быть, и я решусь, куплю себе тоже зубную щетку такую электрическую. Скажите, что вы знаете о людях-победителях по жизни? Я решила в кои-то веки сделать себе маникюр. Что пошло не так? Я просыпала на себя вот этот вот глиттер. И не могу пошевелиться, потому что сейчас все будет в блесках. Я попросила Андрея, чтобы он пошел в спальню и принес мне пылесос. Я очень верю в то, что он справится. Что, вот такой вот маникюр у меня получился. Нанесла просто такие блестки с светоотражающим эффектом. Какой-то там шайн-шайн называется этот гель-лак. Тонел. Так что вот такой вот маникюрчик. Мне нравится. Но, честно вам скажу, по ходу нанесения гель-лака на ногти я готова была сдаться просто. Мне охота было все стереть и все, и закончить это дело. Но вот сейчас смотрю на свои ногти, меня, в принципе, все устраивает, я довольна. Посмотрите, как красиво мои ногти сверкают. Мне прям сильно нравится. Такие яркие переливы. Просто обалдеть! Мы приехали забрать мою машинку. Мама! Посмотрите, сколько сумма ремонта. Мама! Что ты кричишь? Что ты кричишь? Убирай! Убирай, вот не кричи! 28 тысяч. Представляете? В общем, как всегда, когда привозишь машину, надо сразу же все поменять. В итоге поменяли колодки, тормозные диски, масло в коробке передач, лампочки все поменяли. Ну, зато вот я жду, как сейчас Стас выйдет, откуда-то, наверное, оттуда. И погоним уже машину домой нашу, мою. И уже она будет на ходу, наконец-то. Так что вот, радостное событие сегодня у нас. Ну, наконец-то! Машина моя на ходу! Ура, товарищи! Ура, ура, ура! Я вышла сейчас из душа и хочу немножко поухаживать за собой и показать, чем я сейчас пользуюсь. После душа, как я вышла, я нанесла на кожу вот этот вот крем от бренда Art & Fact. Очень классный крем, очень приятный он. Он не оставляет никакой липкости, не оставляет пленки такой, знаете, неприятный, когда ты выходишь, как будто бы весь ты в жирный, в масле скатался. Я такое очень не люблю. Очень классный крем. Вот так вот вам покажу. Прям просто потрясающий для тела. Он с маслом кокоса и с маслом виноградной косточки. Очень приятный крем. Мне он сильно-сильно понравился. Поэтому советую вам. Достаточно густой. Абсолютно никакого у него аромата нету. Как видите, я им уже активно пользуюсь. Короче, крем прям зачетный, классный. Дальше тоник буду использовать тоже от Art & Fact. Пересвет такой от лампы вообще постоянный. Значит, беру ватный диск, беру тоник и просто прохожусь по лицу этим ватным диском. Что самое главное, этот тоник абсолютно не пересушивает кожу лица. Мне он тоже очень понравился. Выходим. Активно его сейчас использую. Прям респект этому тонику тоже. И теперь для того, чтобы все хорошо впиталось, все уходовые продукты нанесу сыворотку. Вот это вот тоже от бренда Art & Fact. Вот, ну так хорошо видно. Это сыворотка из антивозрастной серии для лица Botox Effect с пептидом яда конической улитки. Я прям как делаю. Беру так наношу на лицо эту сыворотку. Она такой гелеобразной текстуры, хорошо распределяется и такое дает хорошее увлажнение кожи. Наношу на лицо и прям пальчиками распределяю по лицу. Дальше вам покажу еще один интересный продукт. Сегодня я не буду краситься, потому что у меня сегодня много других дел и задач. Мы сейчас с Андрюшкой пойдем гулять. И поэтому сегодня краситься я не хочу.
На артефакт я вам оставлю ссылку в описании. Там на Wildberries можно посмотреть полный магазин, весь, вся ассортиментная линейка Артефакт. Вот. И на ресницы и брови я сегодня буду наносить вот такую вот сыворотку для роста ресниц и бровей от бренда Evo. AWO. Она восстанавливает после наращивания и татуажа брови, активирует рост луковицы, поврежденной во время коррекции, ускоряет рост ресниц и бровей, делает брови и ресницы густыми, ухаживает за ресницами между процедурами ламинирования, делает ресницы и брови темнее, улучшает рост волос на волосистой части головы. Здесь на первом месте масло усьмы, также пептид Capixil, масло органа, биотинил, трипептид, комплекс аминокислот, витамин Е, ниацинамид, пантенол, касторовое масло, гидролат, розы, глицерин и вода. 100% натуральный состав. Мощный активатор роста подходит как для женщин, это рост ресниц и бровей, так и для мужчин рост усов и бороды, без возрастных ограничений. Комбинация отборных активных ингредиентов премиум-класса. И что самое интересное, эта сыворотка сделана по ГОСТу. Вот вам как. Это российское производство в городе Ижевск. Полностью не тестируется на животных. В общем, здесь в составе идет вот такая вот сыворотка. В коробочке, да, идет в стеклянной упаковке, что очень приятно. 20 миллилитров. Обычно, знаете, вот эти вот сыворотки для роста ресниц и бровей, они идут в объеме 5-10 миллилитров, а здесь 20 миллилитров, и это хорошо, потому что можно использовать, во-первых, всей семьей, то есть, допустим, мужу для роста бороды, а вы ее используете там для себя, для ресниц и бровей, так, и можно наносить ее на волосы. Вот, здесь очень удобная пипетка, и мы сейчас с вами нанесем. Также в упаковочке, в комплекте идет вот такая вот щеточка для того, чтобы прочесывать волоски, брови и ресницы. Я уже все обработала. И также идет вот такая вот линейка для измерения роста ресниц. То есть прикладываете вот так. Я уже сделала фотографию, вот сюда вам вставлю. До и через 28 дней я буду смотреть результат после. Вот здесь на обратной стороне календарик, на котором вы отмечаете каждый день, что вы сыворотку нанесли. Лучше наносить сыворотку курсом 28 дней, тогда точно производитель нам обещает результат. Вот. Можно наносить ее на щеточку и распределять, ну, то есть щеточкой прочесывать, но мне нравится больше наносить ее пальчиками. Вот так вот, буквально одной капельки достаточно. Наношу на палец, растираю, наношу на брови эту сыворотку. Никакого неприятного запаха, знаете, ну такой просто натуральный состав каких-то масел, каких-то травок. Ну, то есть ничего такого резко там спиртового, парфюмерного, отталкивающего такого абсолютно нету. Еще капельку нанесу на брови. И потом их вот так вот чуть-чуть прочешу. Так. И то же самое сделаю с ресничками. Также капельку между пальчиками наношу на реснички. У меня очень тонкие волосы, поэтому я планирую ее использовать также и на голову. Надеюсь, что, в общем, эта сыворотка будет моим спасением. В любом случае, это очень прикольно, что есть такие продукты, которые вот позволяют активировать луковицы волос на бровях, на ресничках. И так что вот с удовольствием буду пользоваться. Ссылку на продукт, я ее заказывала на Озон, тоже оставлю вам в описании. Переходите, смотрите. Короче, классный продукт, буду его использовать с большим-большим удовольствием. Вот, ну что, друзья, сегодня у нас 28 декабря. Этот влог будет последним видео на канале в этом году, в 22-м. Я, конечно, вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам прежде всего реализации всего того, что вы себе напридумывали, всех целей, всех планов, желаний, мечт, воплощений разных. Обязательно идите к своим целям, обязательно стремитесь к достижению наилучшего результата, не бойтесь ничего.
самое главное, знаете, вот хотя бы нужно лежать в направлении своих желаний, своих целей, своих мечт. Вот это нужно делать. Каждый день маленькими шажочками, маленькими крупицами делайте что-то, делайте, и результат точно у вас получится, и точно результат в случае того, что если вы будете активно действовать, не заставит вас долго ждать. Знаете, как если мечту сделать целью, расписать шаги реализации, это уже будет планом. И еще от этого плана сделать маленькие, знаете, такое ответвление к тому, что я могу сделать каждый день для того, чтобы чуть-чуть приблизиться к своей мечте, и тогда это не станет какой-то такой, знаете, заоблачной, какой-то невосполнимой мечтой, которая, ну, никогда не реализуется. Поэтому все можно всегда реализовать. Действуйте, ничего не бойтесь, и все точно получится. Вот. Ну и, конечно, всем нам хочется пожелать гармонии, равновесия, душевного спокойствия. Вот, поэтому всем желаю удачи, всем желаю всего самого-самого лучшего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всех с наступающим Новым годом. Всем пока-пока.